Азербайджан готовится к созданию таможенного пункта около села Чака-Тен в Армении. Это западный Зангезур. Армянская газета «Грапарок» пишет, что азербайджанцы установили домик-вагон вблизи села. По данным издания, в дальнейшем там будет установлен таможенный пункт. Село Чакатен находится на дороге Гарис-Кафан, часть которой, как известно, с декабря прошлого года перешла под контроль Азербайджана. Несколько дней назад азербайджанская сторона ввела таможенный и пограничный контроль на части дороги, проходящей через села Эйвазлы и Чайзими, Губадлинского района. В результате чего граждане Армении больше не могут ей пользоваться. Последние обратили взор на альтернативный маршрут, горный перевал через село Татев, который, однако, еще не готов, и в дождливую и снежную погоду совершенно непроходим. По этой же дороге ездят и некоторые иранские грузовики, перевозящие грузы в Армению, и аварии здесь не редкость. Дорога Гарис-Кафан частично проходит и через Ангеланский район. По ней жители села Чакатен добираются до Кафана. Бывший глава сельской администрации Ара Абрамян также говорит, что азербайджанцы установили пункт на дороге. Но он не в курсе, с какой именно целью. Они что-то копают, привезли подъемный кран, работают, но я не знаю, над чем именно. Арутюнян отмечает, что азербайджанская сторона установила пункт на единственной дороге из Чакатена в Кафан. Хачатур Багдасарян, глава села в Зангезуре, которое армяне сейчас называют Неркинхант, также подтвердил, что азербайджанские военнослужащие находились на дороге Чакатен-Кафан. По его словам, в течение дня они интенсивно работали в 3-4 километрах от села. Багдасарян полагает, что эти работы связаны со строительством таможенного поста. Они расчистили дорогу. По дороге я увидел пару азербайджанцев, но нас никто не останавливал. Багдасарян сказал, что если дорога будет закрыта, его односельчанам будет трудно передвигаться по региону. Жители деревни могут, конечно, поехать через Мегри, но такой маршрут длиннее километров на 100. Альтернативная грунтовая дорога сейчас непроходима. По ней могут ездить лишь внедорожники. Село Чакатен расположено между селом Неркинхант и Кафаном. Оба села с Кафаном соединяет дорога, которая сейчас находится под контролем Азербайджана. Отметим, что Азербайджан с декабря прошлого года разрешил передвижение граждан Армении по дороге Гарис-Кафан, часть которой находится на его территории. Однако, поскольку армянская сторона под разными предлогами пытается отсрочить открытие Зангезурского коридора, азербайджанская сторона, пользуясь своими суверенными правами, решила применить таможенный и пограничный контроль на части дороги, проходящей через ее территорию. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.